В олимпийскую столицу каждый день прибывают гости – спортсмены, болельщики, волонтеры, персонал игр. Сочи радушно встречает всех. Стрелки часов на башне железнодорожного вокзала стремительно мчатся вперед, намекая, что церемония открытия игр все ближе. Для прибывающих в Сочи создана удобная транспортная система. Автобусы к волонтерским и олимпийским деревням, а также спортивным объектам ходят с точностью до минуты. И, конечно, приезжающих сюда радует погода. Зимние игры состоятся в солнечном городе. Среди пальм и кипарисов.